Всем привет, сегодня будет разбор про мороженщика 8, трейлер, тизер, будем разбирать. Как я понял, вот вспоминаю свое прошлое. То, что его отец не ел, а мама его. The only one who actually cared about me was a crazy nun who treated me like a girl. Is she still alive? Did she kill my dad for revenge? If my real dad wasn't Joseph, was he that evil lord named Baphomet? Трейлер, посмотрю я сейчас, будем разбирать тизер. Это поинтереснее. Отрывок из концовки мороженщика. Решил взять полный отрывок, показать, как это... о чем он говорит. Вот, сейчас посмотрим. No, this is impossible. They have managed to deactivate the security system. Well, at least the rest of the chubby kids are still under control in the extraction room. The door to the extraction room has opened. It must have occurred when the security system was deactivated. Well, maybe I should pay this place a visit. Close that door before the room gets distempered. My chubby kid pantry is spoiled. Так, здесь написано, мы будем в финале готовы. О, зал изучения показывает. Это, наверное, когда мы проиграем. У нас вот остается. И как будто одна последняя миссия, так сказать. Новое оружие, новая локация, история. Так, переводится новые пазлы и... Ой. Как здесь понимаем, мы будем еще за хомяка играть и будем искать вот такие карточки. Валюту добавляют в игре. Вот, как я говорил, мы будем искать эти карточки. Это конец великой саги. И как я понял, мы будем спасать остальных детей. И вот, мы в конце будем сражаться с родом. Устал. Так. Угу. Выйдет завтра, 14 июня. Не знаю во сколько. И мы узнаем лицо еще. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.